А мы продолжаем рубиться в Айзека. Еще один забег за Эдена. Иден, Харт, поехали. Так, ХП хорошее, урон хороший. Активный артефакт. Ну ладно. Паучья жопка, это не так уж и плохо. Просто он не мощный. Просто он никакой. Но это неплохо. По крайней мере, у меня есть ХП. И проклятие лабиринта. Ау. Ау. Игра, ты чё? Ты чё? Нормально же общались, ё-моё. Я не знаю, где в этой комнате стоять. Девил. Это даже урон наносит. Ну, я знал, что это мобам наносит урон, но чтобы боссу... Чё-то я такого не помню. Ну или я, как всегда, не пользовался артефактом, поэтому не знаю, как он работает. Ну, работает, да шиши якаю. Так, ну здесь, по крайней мере, нет окровавленных этих рубашек. Это долбанные липеры. Или как они называются. Блин, надо в Зельду поиграть. Хоть в какую-нибудь. А то, блин, купил Nintendo, купил, блин, картридж Зельды. И так в Зельду не играл ни разу. Логично, правда? Отдать за это 8 кусков и не играть. Не спрашивать. Ну, не за саму Nintendo, конечно. Там еще картриджи были, Castellani. Все такое. Короче, периферия. Блин, это HP Up. Это долбанный HP Up. Я не хочу HP Up. Ну, выбора у меня нет, да? Чем мне помнить свои ощущения, когда я начинал играть? У меня видео есть. Ну, ребят, готовьтесь. Сейчас будем немножко... Немножко абьюзить. Не, я HP возьму. 5 сердец, в принципе, это... Не так уж и плохо. Сердце в первый раз. Это мамочкой до первый раз было дойти. Просто поступок. Свершение, черт возьми. Сердце это уже было позже. Дойти, пройти мамочку. Не помню, было ли сердце именно в первой самой версии Айзека до DLC. Но, по-моему, нет. По-моему, она была очень куцая, игрушка. Где моя Petrified Poop? Я знаю, что это, типа, долго, нудно, но давайте задавайте вопросы лучше. Потому что это Long Run, это Eden Streak, и мне это нужно. Все равно ХП лучше. ХП, по крайней мере, это гарантированно то, что я получил. Из этой сокровищницы, если бы я его рольнул, неизвестно вообще, во что бы это вылилось. Выпал какой-нибудь флаж или типа того, дерьма кусок. А так ХП. Так что. Бомбы я оставлю. Ну и так неплохо падает. Как видео называется. А его нет на канале, там проблемы с копирайтами на музыку Дэнни Барановски. Внезапно всплыли спустя... По-моему, год два. Пришлось удалять все. Здесь цикл 147 эпизодов, коту под хвост. Ну, они у меня лежат на компе, ну как бы... Есть шанс, что когда-нибудь мой хард побьется вместе с этими видео, к чертовой матери. Они, конечно, на дропбоксе еще лежат, но тем не менее.
Кстати, возможность выставить заряд 12 комнат. Ты так всех будешь спрашивать, Лос, да? Ты вчера меня это спрашивал, сегодня чатик спрашиваешь. Они могут выставить сколько угодно заряд. Если им надо заряд больше там 12 комнат, если у них не хватает полоски пикселей, они могут сделать одну очень простую вещь. Очень простую вещь. Есть у них такой артефакт. Банка с мухами. И когда ее поднимаешь, и мухи в ней копятся, там слева сверху x20, например, пишется. Пожалуйста. О, Petrified Poop, ты так вовремя. Я, пожалуй, ее и оставлю, она полезная. Очень-очень-очень-очень полезная. Ну ладно. Так, хорошо. Я заканчиваю мучить вас. Так, карта... Карта Эмпресс. Да, лучше Эмпресс возьму с собой. Ну, выпустите меня отсюда. Я знаю, что, возможно, бомбы будут мне полезнее, но Petrified Poop может дать мне синие сердца. А это полезнее вдвойне. Так, Curse of Darkness, но это не страшно. Блин, как я люблю этот Аквариус. Это просто великолепно. Эти хреновые пауки умирают, не добегая до меня. Моментами. Хорошо было бы Mom's Purse купить и взять и Petrified Poop, и... Это Burn of Penny, но... Все не утащишь. Ой, это пошло, ну. Да, кстати, теперь... Не помню, как называется артефакт, это перышко. Которое лучи спавнит рандомные. Теперь они уже не такие рандомные. На Reddit писали. Теперь они стараются прицелиться. Попадают все равно только в стоящих врагов, прям так хорошо. Но, по крайней мере, некоторых боссов можно ваншотить. Уже хорошо. Уже почему бы и нет. Агалас я оставлю. Пожалуй. Пока не найду кучу бочек. А пока что возьму с собой... Вот эту штуку. Вернее, не бочек, а вот этих... Пошли. Дамага не хватает, и скорострельности немножко. Ну что, повезет мне на 25 центов, как думаете? Мне почему-то кажется, что ни хрена. Так, вот на синий камень пока что не везет. Пока что я не вижу ни одного. Это не может радовать. Так, сейчас туда, потом обратно. Да. А еще я хочу забежать вон туда. Чтобы одному маленькому ублюдку рожу на куски разорвать. Чтобы повысить шанс сделки с дьяволом. Конечно. Конечно, я беру это. О! Поглядите-ка. Это второй пенни, который я не могу унести с собой. И это Кюрсотай, который может иметь сам себя Кюрсотай. Пошел он в задницу. Fuck you, Кюрсотай. Эголас. О, посмотрите, как мне повезло. Абсолютно нихера. Я люблю нихера. Оно мотивирует. Не, показалось. Эден токен дают за мамочку или за сердце? За сердце. Так что, если ты играешь за Идена и хочешь набивать стрики, технически тебе там
штуки 2-3 надо и все. Главное доходить до сердца мамочки, и потом, в принципе, можно умирать, ты не потеряешь ничего. Ну, кроме стрика, очевидно. Так, ну на пина я использовать карту Эмпрос не стану, я не похож на идиота. Слишком простой для этого. Вообще можно аквариусом убить. Ау. Если не ложать, конечно. Как это сделал я, только что. О, да, я беру и то, и другое, конечно же. Это Гапи, это Вавилонская блудница, надо только как-то ХП спустить. Ну, возможно, не на этом этаже. Там есть аркадный этот автомат, автомат для сдачи крови, но я боюсь, что я сдохну. Не, я, пожалуй, воздержусь на этом уровне. Или нет? Ого, мощно. Два сердца. Два сердца. Блин, это так мало. Ну-ка. Не, ну его в пень. Я лучше воздержусь. От трансформации в блудницу пока что. А на следующем уровне уже посмотрим. Правда, я медленный, и дамага у меня нет ни хрена, все очень плохо. Но зато у меня есть паучья жопа в кармане. Это делает мне смысл какой-то. 11 чертовых минут. 11 минут. 11 минут я провел на двух уровнях. Так, мужик, давай без херни, пожалуйста. Он лень или уныние? Я не помню. Помню только, что он не очень хороший чувак. А, Джакер. Джакернаут. Джакернаут берем. Даже используем. Джокер. Это было тупо. Но джи-джи. Я не буду брать бримбро пока что. Ребята, нож. Ага, сейчас я к тебе пошел прямо, ага. Разбежался, блин, роняя кал. Он пятница. Почему не понедельник? Чем тебе пятница не угодила? Пятница офигенная. Я не знаю, что мне так сегодня везет. Видимо, завтра будет не везти. А, ну да, завтра мне не повезет. Завтра выходной. Точно, отстойный день. Завтра Айзека вообще не будет. Завтра вообще ни хрена не будет, по сути. На этом канале. Я буду отдыхать. Оу. Так, что это за... Турбомуха тут носится. Эй, стой! Ну, прекрасно. Ладно, давайте сначала с этими разберемся. Ага, попал. Прекрасно. Прекрасно просто.
синих сердец бы еще. Кстати, на Reddit видел гифку, как чувак подбирал Абадон, наступил на шипы и сдох. Он не успел как бы хп отрегенить себе. О, иди ты в задницу, игра, с такими заходами. Так, я не исследовал уровень ни черта. Если честно, я абсолютно не знаю, где я был, а где я не был. Карта пригодится на следующем уровне. Так, кажется... Кажется, здесь я исследовал все. Да, выше вот от этой комнаты. Так, теперь наверх. До упора. Потому что я брал еще more options для сокровищниц. И надо бы найти ее. Даже если бы не брал, нужно найти ее. Стой. Touchpoint 5. Хороший артефакт. Нуклеартрон, да, я играл в Нуклеартрон, она больше требовательна к скиллу и реакции, чем Айзек. И она менее, как бы это, какое бы слово подобрать? Ну, менее вдумчивая, что ли? Круши, ломай. Нуклеартрон — это про круши, ломай. Просто бежишь и всем в рожу стреляешь. Я, может быть, поиграю в нее. Может быть, я даже куплю ее. Но пока что я ее не купил. Йо-хо-хо. Как кто-то говорил, можете плюнуть мне в мой единственный глаз. Но я ее пока что спиратил. Ну-с, ребята, валим. Ладно, пока что не валим. Да, ну и Нуклеартрон, она в той же степени Айзек, который, я не знаю, там, в той же степени, в какой Call of Duty это Battlefield. Рогалики, общие элементы. Я бы не назвал эти игры похожими. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин. Все плохо. Это примерно как сравнивали Майнкрафт и Террарию. Типа, о, там Террария — это Майнкрафт в 2D. Учитывая, что это просто песочницы, и они не могут быть не похожи в этом отношении. Такие новинки ждешь от Нового года? Никакие. Doom 3, возможно. Fallout 4 вышел, разочарование. Just Cause 3 вышел, разочарование. Ну, правда, в Just Cause я так и не играл, но мне хватило посмотреть. Разочарование. Не вышли новые свитки, например, разочарование. Ну, может быть, новый Elder Scrolls жду. Террария, ой, я играл, давно играл.
Она неплохая, но она ни о чем. Она ненадолго. У нее нет собственной какой-то цели. То есть она не может предложить себя как хорошую песочницу. И какой-то другой цели она тоже не предлагает. Вот, поэтому пусть в нее и прикольно играть с друзьями, но очень-очень бессмысленно. Как бы набрал все шмотки, построил какой-нибудь механизм, спавнящий кучу говна бесконечно. Молодец. Бесконечного мира нет, то есть исследовать нечего, по сути. Ну чем еще заниматься? Ну, боссов побить. Ну, побить боссов в прикольной комбинации. Наспавнить 500 боссов. Тоже окей. А дальше ничего. К сожалению. Ну, в принципе, кому-то этого хватает. Кто-то там придумал кланы, на серверах играют. Не знаю. По-моему, это даже в Майнкрафте не работает. Все эти кланы, гильдии. Хотя в Майнкрафте все-таки больше свобода действий. Там как-то это все получше чувствуется, по-моему. Вот. Такие дела. Такое мое мнение. Ну да, Террария это ближе к РПГ. Да-да-да-да-да. Но как бы с Майнкрафтом, если сравнивать, это тотально разные игры. То есть, ну вообще. Я не знаю, какой идиот их придумал сравнивать. Я не знаю, откуда это вообще пошло. Но это, ну просто, ну колоссально разные игры. Террария про монстров огромных. Майнкрафт про сэндбокс. То есть Майнкрафт как противостояние с монстрами, он сосет. Он интересен как песочница, но мобов бить там неинтересно. И пусть они хоть 20 раз систему боя обновят, ничего интереснее не станет. Террария наоборот. Террария это прикольно бить монстров, но песочница из нее так, вяленькая. Ау! Твою мать. Долбанный нож. Я про него совсем забыл. Я забыл, что он взрывает бочки. В майне есть конец. Все считают, что майн говно, а террария, короче... Я не знаю, кто эти все, в кавычках. Саркастические кавычки. Я не знаю, кто там конец в Майнкрафте нашел, учитывая, что он бесконечный. Конец наступает тогда, когда кончается твоя фантазия. Если у человека нет фантазии, и он говорит, да ну там нечего делать, игра говно. Ну, фантазия твоя говно, дружище. А не игра. Майнкрафт позволяет установить на себя инструменты, кучу инструментов, и вообще делать просто безумные вещи, не упарываясь при этом в сурвайвале ради блоков. То есть, даже если тебе лениво в сурвайвале работать, ты можешь включить креатив. Если тебе в креативе лениво работать, ну бывает, это постройка огромная просто. Там, терраформинга на миллионы часов. То можно поставить какой-нибудь World Edit. К нему есть прикольные инструменты, которыми построить остров можно там за пару часов. Ну так, досконально его отстроить. Конец мира? И чё? Да иди до туда. Всем плевать на конец мира. Тебе хватит территории 10 тысяч на 10 тысяч.
Ты заблудишься там. Просто насмерть. Конец сюжета, типа, есть, да, дракона можно убить. На кого это волнует? Надо скрестить террарию и майн. Нет. Вот с утверждением надо довести обе игры до ума. Вот с этим я согласился бы. Но скрещивать их абсолютно нафиг не надо. Так. Блин, даже с ножом. Даже с ножом и полетом. Все равно я умудряюсь впиливаться. Потому что дамага что-то как-то не особо наблюдаю у себя. Да, две полоски дамага, как было, так и... Ну, посмотрите, вот какими слезами стреляет вот эта синяя башка. Столько у меня дамага и есть. Тогда песочница с боями, как у моего РПГ. Лол, ну... Странное что-то. Не, мечтать вам никто не запрещает. Просто... Я думаю, что это невозможно даже не с технической, не с финансовой точки зрения. Потому что если, ну как, вон, посмотрите на эти амбициозные, просто до жопы амбициозные игрушки в Early Access в Steam. И посмотрите, сколько из них готовы хотя бы процентов на 10. Я уверен, не одна. Хотя да, они обещают просто кучу всего. И открытый мир, и исследования. Ни у кого ничего толком не получилось сделать. Это все равно это либо унылый сюрвайвал, либо какая-нибудь недопесочница. Да, зато в террарии, конечно, там есть боссы, пикселечки и всякая херня. Но мир зато там абсолютно скудный. И вот этот мир, в который тебя помещают, он буквально набит говном всяким. То есть как... Есть такое выражение, как сельдь в банке, да? Вот. Просто, или там, как шпроты в банке, не суть. Это просто вот каждый миллиметр занят чем-то. Это не прикольно. Ну, то есть как, это, конечно, прикольно, но когда у тебя нет свободного места, по сути... Куда бы ты ни пошел, там что-то есть. Буквально, от дома не отойти. Тоже не совсем прикольно. Не совсем правильно. Какое-то пространство для жизни должно быть у игроков. Чтобы ты не натыкался на очередного монстра, когда просто пытаешься исследовать мир. Ну а проблема террарии как раз-таки в том, что исследовать нечего. Блин, мне нужен ключ. Ага, спасибо, игра. Можно еще один? Спасибо, игра. Потому что все ленивые задницы? Нет, потому что есть такое понятие, как финансы. Есть такое понятие, как окупаемость. Думаешь, они не могут чисто теоретически сделать игру, которая будет иметь там вообще все-все-все в себе? Могут. Но будет это строить там... Стоить там, ну, абстрактное просто, да, там, миллиард долларов, а принесет прибыли на 500 миллионов. Думаешь, кто-то будет таким проектом заниматься? Да не в жизни. Потому что они не дураки. Потому что это деньги, которые надо вложить и которые должны окупиться. То есть они должны получить больше, чем они вложили.
Ну и дальше идет техническая сторона. Даже если предположить, что кто-то готов вложить такие деньги без окупаемости, просто предположим, что такой дебил есть на этой планете, все равно нельзя абсолютно все впихнуть в игру, потому что железо не потянет. Потому что игра должна запускаться на бытовом ПК, на среднем. А не на ПК разработчиков там каком-нибудь. С миллионом гигов оперативки. Пилюли мне не нужны. Фейт, хорошо. Можно будет коняшку бросить. Поскольку фейт это у нас полет. И... Блин, мобы могли бы появляться чуть пошустрее. То у меня... Скука наступает. Старбаун. А Старбаун был когда-то не СРМ. Сережка 212. Был ли когда он когда-нибудь не СРМ? Сколько помню, Старбаун всегда был недоделанным. За что просто антиреспект разработчикам. Я не знаю, что они делают. Я помню, как они кичились своей системой освещения. Какой-то типа супер-пупер. Я думаю, ну ладно. Наверное, там больше ничего не будет. И там больше ничего не было. Что странно. То есть, игре действительно больше было нечего предложить, кроме как вот систему освещения. Я пытался играть. Она была такая пустая, там такие безжизненные планеты. Ты приходишь в какой-то данж. Он, во-первых, полусырой. Во-вторых, как-то непонятно, зачем ты вообще пришел в него. По-моему, мы с третьюшкой даже играли. И что-то я как-то посидел, думаю... Да... Просто какой-то закрыл, удалил в стиме ее и все. Просто больше не открывал никогда. Ага, это мне даст 20 монет. Пандора, я Пандору смотрел. Давно уже все окей. Но все равно, по-моему, уже большинству плевать на Старбаун. Как бы это ни было печально. Но обычно хайп стоит вокруг всего, что популярно. Ну, то есть, люди приходят, спрашивают, там, на Твиче все играют, на Ютубе все играют. Ну, знаете, такая стандартная ситуация, когда интернет почему-то угорел. Хорошая, хорошая ситуация. Как с Террарией было в свое время тоже. Все, о, Террария, господи, охеренная игра. Все в нее играли, просто нельзя было, как с Fallout'ом в первые дни. Просто невозможно было куда-то зайти и не увидеть там Террарию. У всех она была в подписках на Ютубе, она была на Твиче, она была вообще везде. Вот, но с Террарией они, конечно, прогадали сильно. Потому что хоть они и... Сделали клевую игру, но они ее, во-первых, не доделали сначала. А потом они еще где-то на год забросили. Если кому-то интересно было то, что они делали, они, по-моему, на это подзабили со временем. То есть люди просто забыли про игру, потом такие, о, апдейт вышел. Кто-то вернулся, кто-то поиграл. Но второго такого бума уже не произошло. Между красной и синей свечкой разница. А у синей пламя не тушится. Красное можно потушить. Вот видишь, слезы попадают. Ножом нельзя, а вот слезами можно. А в плане дамага, если честно, я не знаю.
125 дамага вроде как. Блин, мне скорости не хватает. Сейчас переделали. А, что переделали? Террарию или что? Но просто подумайте, кому она теперь нужна? Don't Starve, Together играли как-то. Когда играли, было не очень. Сейчас может лучше. А, вот. Никс, мне было интересно, я ждал это год. Да, пока выйдет новое обновление Террарии. Фанбаза, она всегда есть у любой игры, если она не совсем говно. Террария отнюдь не говно. Я не говорил, что она говно. Я говорил просто, что хайп вокруг нее улегся. Как хайп вокруг Майнкрафта улегся в свое время. Поначалу все угорали по Майнкрафту. Каждый, просто каждый ютубер в него играл. Но потом ажиотаж прошел. И все. То есть да, в него играют. Да, я, например, тоже в него играю. Хотя он уже не так популярен, как раньше. Но игра перестала быть какой-то, ну, перестала рекламировать себя своим существованием, что ли. То есть фанаты-то есть. Но, скажем, если поначалу в нее играл миллион человек, ну просто представим, да, что это был миллион, то там через год в нее играло там 1200 человек. И это уже гораздо меньше. Даже если ты входишь в эти 200 тысяч, даже если игра клевая, вас все равно стало меньше. Печально. И вот этот момент они упустили. То есть, они действительно упустили момент. Не удержали аудиторию в какой-то правильный, собственно, момент. Блин. Так, ну это у нас всего лишь уголь. Уголь мне не нужен. Это мне тоже не нужно. Погнали дальше. Нет, не говно. Просто разработчики делают опрометчивые шаги. Нельзя просто взять и бросить игру на год и ни о каких апдейтах при этом не говорить. Нельзя сделать это бесследно для игры. Я нашел Crawl Space. Отлично. Так, 4 ключа я должен оставить. Что-то свеча как-то дамага не особо наносит по движущимся целям. Надо попробовать по статичным бить. По статичным вроде ничего так. Хотя эти и так скопычиваются. Умирают, блин, короче. Ты же разрабы Айзека точно так же бросили игру на год, потом запилили недоделанное обновление, причем платное. Да еще и крив недоработанное. Ну, разработчики Айзека не бросали его полностью.
Кому интересно, следили за блогом Макмиллана или за его твиттером. Он постоянно постил что-то там раз в месяц где-то. Да, бывали как бы затишья, да, но все равно он что-то писал. Какие-то... Там, мы добавляем это, мы хотим добавить вот это, там, а вот такой артефакт, посмотрите. У него было... Что-то около... 20 с лишним постов на эту тему. Нет. Да, то, что они кривое DLC выпустили, это уже техническая сторона. Ау. Блин, скоростей не хватает капитально. Да ё-моё. Да стой же, что ты, скотина такая. О, этот дамаг, господи. Предыдущие забеги были просто настолько OP, что я даже расслабился. Ничего интересного, как и предполагалось. А, ну, синее сердце неплохо. Что я ударился? Неужели об замедленную слезу? Да, похоже, что да. Я бы не назвал ни один из этих артефактов хорошим для моего комбо. Вообще, вот ни один. Или даже терпимым. Или даже неплохим. Но нож меня спасает. Если бы не нож, я бы сдох. Об воздух. Было бы интересно. Давай. Я думаю, что босс там. Я не знаю, там ли он, но я думаю, что он там. Мне бы Serpent Kiss какой-нибудь. О, я угадал. Смотрите. Какой-нибудь Serpent Kiss бы. Неплохо было бы. Найти. Бы. Стой. Ублюдок. Ну, хотя бы Damage Up. Уже что-то. Thank you.
Оу, oh, е. Yeah. GG, ребята, затащено.